И снова всех рад приветствую, дорогие друзья. У нас следующая банда гуляки. Игра Angel Food. Прохождение канальчика Ракета. Итак, начинаем. Как я понимаю, четвертый главарь. А потом идет сам министр преступности. Ну, здорово, уважаемый. На чиле, да? О, сидят крысы, да, или мыши, наверное, возле костра. Ну, разве так нужно было обоссать? А, я понял, я лучше промолчу, что она делает. Только не видит. Хм. Местные фауны картин, да? А это что, на гоп-стоп тебя берет? Ой. Ну, даже не разговаривает. Интересные банды, гуляки какие-то, да? Привет. В этом районе сплошные унылые трущобы. Министр преступности не зря занимает свой пост. Не знаю, наверное. Здравствуйте, есть что-нибудь выпить? Что-то вы какие-то странные ребята. Хочу, кстати, одной из гуляк. Обычные преступления мне не наскучили. А вот пороки это нечто другое. Ну не знаю, не знаю. Куда я попал вообще? А что за сброд? Здорово. Добро пожаловать в клуб разгильдяйства. Пускаем только тех, в ком разгильдяйство хоть бы вот столько. Я понял. Да я бы и так зашел. Даже если бы его не было, бы я бы и так туда заглянул бы на огонек, как говорят. Ну давайте посмотрим, что там за клубешник такой интересный. Итак, поехали. Здорово. Отлично. Лучше. Нифига, двух ног, что ли? Называется типа двух ног, да? Где тут свет-то найти? Ой-ой-ой-ой. Не понял. А кто стрелял? Кто посмел, да? Так, я все понял, но я не понял. Где тут выход-то? А, понятно. И? О, хрена себе. На,
На! Автоматом. Давай, давай, вот так вот, отлично. Лучший. Валим дальше. Тут прикольный был уровень такой. Бывают уровни прям скучные какие-то, неинтересные. Нормально, прям можно было поугарать. Какие у нас тяги бархатные, да? Следующий уровень, второй, да? Логово обжорства. Убей 15 голову. Понятно. Не, в целом игра, конечно, хороша. Прикольная такая атмосфера. Вот, я бы сказал бы, вот эта вот визуализация такая вот мультяшная, прикольно смотрится. Но в ней проблема даже в том, что она такая якобы короткая. Однообразие уровней вот это вот помешает вот прям вот отдохнуть конкретно. Ее надо либо проходить частями, либо надо играть в нее за раз, пересилив вообще все. Потому что все равно у тебя сводится к одному, что надо всех пинать, бежать, стрелять, как бы все равно. Это, я бы сказал бы, ну, отвлечет. Это вам не шутеры какие-то там, не гонки, не РПГ там, не всякие, допустим, там квесты. Поэтому тут по-другому все. Дископати, да? Поехали. Давай, давай, давай. Вот сюда. Кидаться гранатами, да? Нихера. Вот этого мужик прям на одной руке вообще красавчик. Серьезный паря. Thank you.
идем дальше. Пронзи болтами 25 бандитов. Да на изи. Ну что, охота на ведьм? Ага. А какие болты-то? Где что? Где тут кто-то арбалит-то? Только тараканов наблюдаю. Ясно, поехали. Ой, я ж забыл, что тут он целится. Да, музычка. Вовы исполняйте, да, ребята? Красавчик. Танец перед смертью. Или танец смерти, да? Что друг друга убивают. Прям вот. Я такое ощущение, что так оно и работает. Они прям друг друга убивают. Что-то мне так именно кажется. Больше чем уверен. Все что ли? Ну и херки. Прям вот ощущение, что они друг друга убивают просто. Высокие ставки. Уровень пройден, да? Мы идем дальше, четвертый уровень. Чё, отвратное зелье? Алкошлепанцы, ну-ка. Есть у меня такие? Наверное, нету.
я такие не помню. Блин, не то нажал. Ладно, сорян, ребят. У меня даже алка шлепанца еще и не открыта. Вперед. Здорово. Нормально. Главное не свалиться, да? Нет, забыл, тут надо ногами поработать этим. Прошли, прошли. Дальше едем. Да, ага, развалился, да? С пиццей. Пицца-пай. Плохо, что я не черепашка, ниндзя. Черепашки, помню, пиццу очень сильно любили. Ну и благодаря им, наверное, я и полюбил. Ну что, пятый ранг, порочный праздник. Убейте 15 бандитов мощным пинком. Надо было ботинки одевать, которые мощный пинок выдают. Тогда, возможно, что-то бы и получилось. А так, вряд ли. Рувет. По тебе не скажешь, что ты изгуляк. Но ты новенький, да? Или что-то скрываешь? Вот хитрюга. Я рожа такая счастливая. Какая-то рожа у тебя такая странная была. Хитрая, да? У тебя, кстати, не лучшая рожа была, братан.
Ты такой же хитрюга, как и я был. Как по мне. Ну что, есть кто дома? Праздники, да? Давай, выходи. Смотри-ка, они пускают. Фига себе. Ну что, на этом давайте, ребята, закончим первую часть прохождения кампании Гуляк.